Дорогую и любимую маму и бабушку Хроменко Екатерину Антоновну с 45-летием поздравляют сын и дочь и ее семья. Поздравление для мамы на день рождения. Сегодня праздник в доме нашем снова, ведь мамин день рождения наступил. Желаем мы, чтоб ты была здорова, чтоб каждый день тебе успех дарил. Забудь сегодня все свои печали, не возвращай их в сердце никогда. Желаем, чтобы в жизни не встречались ни горе, ни несчастье, ни беда. Ты собери по миру радость, счастье и сохрани в душе их навсегда. А если будет грустно, улыбайся, тогда навек забудется беда. Твой праздник наступил, а это значит, ты веселись и смейся от души. Желаем, чтоб с тобой была удача, и с каждым днем все хорошела ты. Сегодня радости минуты вспомни, не забывай их больше никогда. И каждый день живи и помни, твоя семья с тобою навсегда. Есть в этом мире большом так много слов важных самых, но среди всех важных слов есть первое, главное — мама. Самая лучшая мама Земли, самая добрая, светлая, самая, мы так гордимся, что именно ты. За то, что заботою нас окружила, и свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Прости нас за то, что порой бывает тебя обижаем. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь обмана, и в мире нет больше таких. Ты самая лучшая мама, самая лучшая мама Земли, самая добрая, светлая, самая, мы так гордимся, что именно ты. Именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила, и свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Такой же красивой, активной и молодой. Пусть будет безоблачно синим небо над судьбой. Желаем здоровья и сил, пусть внуки тебя окружают. Пусть все, что задумала ты, жизнь всегда исполняет. Самая лучшая мама Земли, самая добрая, самая, мы так гордимся, что именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила, и свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Майвик Мэнкель Сирю Мэнкель.